Итак, для архива, Виолетта, в Уфе первый раз будет? Да. Да? Что за мероприятие? Первенство России по панкратиону. Да? Что лучше, панкратион или рукопашка? Панкратион. Лучше? Ты же бороться не любишь. Ну. В рукопашке проще бить. В общем, мы искренне желаем Виолетте удачи. Я в Уфе был 2 года назад, у вас там музыкальная группа пела. А сейчас наша воспитанница едет туда. Ну, начало клипа, надеюсь, будет получше. Че, Вер, как настроено? Бомба. Победу одержала спортсменка синим Савинова Виолетта. Как настрой на финальный бой? Бомба. Как его бить будешь? Я как бить буду? Да. Правой рукой в разрез, потому что она левша. А еще? А? А еще? А еще ногами. Короче, будем бить и все. Что вы скажете по поводу боя? Все хорошо, первый бой выиграли. Ну что, чемпион России? Домой. Настроение? Да. Боевое? Все, летим домой. Всех побили, можно всех домой. Побили.